Ах, ночное небо такое красивое и луна огромная. О! Что мне сказать, я бы все отдал, чтобы остаться здесь рядом с тобой. Смотри, я это делаю, чтобы видеть, как ты улыбаешься, куда бы мы посмотрели, куда бы мы побежали. Если бы мы могли остаться все здесь, и он, и я, могли бы быть частью этого мира. Девушка спасла меня. О, Дональд, Гуфи, о, привет, супер, я думаю. Сора, Дональд, Гуфи. Hi there. Forget how to swim already? Kinda, I guess. Тогда вам, мальчики, нужно практиковаться. Ты, парень, Камбала, черепаха, ты уверен, что ты делаешь? Давай, так что я могу это сделать? Какие вы удивительны, да, вау. Ваше Величество, у нас гости, король Тритон. Я, конечно, надеюсь, что не было необходимости использовать ваш трезубец. Нет, все в порядке, не бессердечное озарение, Ваше Величество. Хорошо, они бы увидели в музыкальном колодце, это звучит как великолепная идея. Нам может понадобиться ваша помощь после всего, что вы увидите. Я боюсь, что Ариэль все еще увлечена человеческим миром. Плотный график репетиций может быть именно тем, что ей нужно, чтобы перестать думать о жизни на поверхности. Тим, я просто собираюсь спеть мюзикл, чтобы все могли повеселиться с Фанни. Это голос, который я слышал, я уверен. Привет, куда ты спряталась, я знаю. Что ты девушка, которая спасла меня, пожалуйста, выйди, чтобы я мог поблагодарить тебя. Ариэль. Эта странная девушка снова будет плавать на поверхности, чтобы говорить по порядку, мой класс будет готов, давай, нам нужно продолжать репетировать. Извини, но им это не нравится. У меня есть идея, Себастьян, у меня была идея, давай, следуй за мной. Ариэль, мы бы хотели, чтобы ты пошла с нами. Ариэль, у нас есть кое-что, чтобы показать тебе. Это довольно крутая статуя, да, и что шлепает одну за другой туда и обратно. Мы здесь, чтобы помочь тебе, ты знаешь, а нет, вы трое держитесь подальше от меня. Смотрите, кто говорит, почему мы такие, о боже, мы великолепные, крутые. Так что вы думаете? Я думаю, это отличная песня, Себастьян. Это не то, о чем я хочу думать, а я хочу петь о том, как наши два мира могут жить в гармонии, земля и море вместе. Поиски сделают меня человеком. Если ты пошлешь меня. Если ты не будешь слушать, то я не буду петь, Ариэль. Что мне надо для этого сделать? Не только иметь хорошую любовь, но и человеческое тело, влюбленную в человека. О, я и мой большой рот. Это здорово, так что теперь я знаю, что она будет счастлива. Кто это? Это он, папа. Ты знаешь, насколько опасны люди. Ты даже не знаешь его, о, Тедди. Ты сказал мне, что не доверяешь людям, но они не могут быть такими плохими, как ты говоришь. И я в порядке, я собираюсь доказать это тебе, так что помоги мне, Ариэль. Я не разрешаю, и если это единственный способ. Нет, я больше не буду вмешиваться, я ухожу, ты, очевидно, тоже не хочешь моей помощи, это плохо, принц, хотя он довольно красивый. Подожди, все, что мне нужно сделать. Это найти, у нас. Есть сделка, вот иди, Ариэль, Захра, пожалуйста, ты можешь помочь. Подожди, ах. А нет, она не может так дышать. О. Девушка, пожалуйста, проснись. Эй, полегче, что случилось? Ты не можешь говорить, ой-ой, откуда ты взялся? Это мой кулон, я не могу поверить, что ты нашла его, спасибо. Пожалуйста, пойдем со мной, я хочу помочь тебе. Да. Эй, ну ладно, Тритон сидит, он во дворце. Интересно, это про Ариэль, тот же Тритон узнает, что случилось, мы в горячей воде, тем более, что мы держали в секрете. На чем работает Ола? Хорошо, как хорошо, что у нее есть только время до завтрашнего заката, верно? Эй, да ладно, чувак, они были так близко, но, я думаю, мы должны вернуться к поискам Урсулы, да, хорошая идея. Нигде нет никаких признаков Урсулы, интересно, куда ведьма могла пропасть, ах. Все давно плакали, я бы все отдал, чтобы отпустить Лююань. Я бы заплатил, чтобы остаться здесь рядом с тобой, я бы все сделал, чтобы увидеть тебя, моя, у тебя есть я. Куда бы мы пошли, куда бы мы побежали, если бы мы были просто людьми, он и я могли бы, эй. О, что случилось? Эрик, ты можешь говорить, ты та девушка, которая пела мне, о, Эрик, я хотел. Сказать тебе, конечно, это ты, Джордана. Спас меня той ночью в... О, Ариэль, прости, я не понял этого раньше, ты тот, кого я люблю. Да, не так уж и плохо, да, ты видишь, что я вижу. Ха-ха-ха, ты опоздал. Ариэль. Держись подальше от нее, дураки. Тритон, драгоценная маленькая дочка подписала контракт. Давай посмотрим, как ты прекрасна, когда я закончу с тобой этот контракт. Отпусти ее, извините меня, даже великий король. Тритон не может ходить и нарушать обязывающие контракты, почему вы просто не уберете это? Сейчас, извините меня, у меня были некоторые незавершенные дела. Урсула, ты победишь, просто обещай, что ты отпустишь мою дочь, но у нас была сделка. Если, конечно, ты не предложишь признать себя виновным. Боюсь, у меня нет выбора, ваше. Величество. Кто является могущественным правителем морей, теперь вы, чудовище, отпустите ее, как вы смеете. Жалкий ничтожный человек, эй, хватит. Тебя, это то, что... Ты думаешь, нет, это невозможно, это... Земная любовь, которая принадлежит мне, хорошо, тогда ты можешь получить ее. Пожалуйста, Ариэль, ты можешь выйти сейчас, все в порядке, Ариэль. Ты видишь, Эрик, вот почему я пошел к ней, это не может быть, я бы сказал тебе раньше, я думаю, Эрик, у меня было все это время. И я не учился плавать, хорошо, я думаю, никогда не поздно научиться, правильно. Ты научишь меня, я бы с удовольствием, хорошо. Сора, что происходит? Новый путь открыт. Что ты собираешься делать дальше? Спасать другие миры? Не грусти, Ариэль, мы обязательно снова встретимся. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые супер классные видео. Люблю вас. Тебя, это то, что... Ты думаешь, нет, это невозможно, это... Земная любовь, которая принадлежит мне, хорошо, тогда ты можешь получить ее. Пожалуйста, Ариэль, ты можешь выйти сейчас. Все в порядке, Ариэль. Ты видишь, Эрик, вот почему я пошел к ней, это не может быть, я бы сказал тебе раньше, я думаю, Эрик, у меня было все это время. И я не учился плавать, хорошо, я думаю, никогда не поздно научиться, правильно. Ты научишь меня, я бы с удовольствием, хорошо. Сора, что происходит? Новый путь открыт. Что ты собираешься делать дальше? Спасать другие миры? Не грусти, Ариэль, мы обязательно снова встретимся. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые супер классные видео. Люблю вас. О. Что мне сказать, я бы все отдал, чтобы остаться здесь рядом с тобой. Смотри, я это делаю, чтобы видеть, как ты улыбаешься, куда бы мы посмотрели, куда бы мы побежали. Если бы мы могли остаться все здесь, и он, и я, могли бы быть частью этого мира. Девушка спасла меня. О, Дональд, Гуфи, о, привет, супер, я думаю. Сора, Дональд, Гуфи. Hi there. Тогда вам, мальчики, нужно практиковаться. Ты, парень, Камбала, черепаха, ты уверен, что ты делаешь? Давай, так что я могу это сделать? Какие вы удивительны, да, вау. Ваше Величество, у нас гости, король Тритон. Я, конечно, надеюсь, что не было необходимости использовать ваш трезубец. Нет, все в порядке, не бессердечное озарение, Ваше Величество. Хорошо, они бы увидели в музыкальном колодце, это звучит как великолепная идея. Нам может понадобиться ваша помощь после всего, что вы увидите. Я боюсь, что Ариэль все еще увлечена человеческим миром. Плотный график репетиций может быть и именно тем, что ей нужно, чтобы перестать думать о жизни на поверхности. Тим, я просто собираюсь спеть мюзикл, чтобы все могли повеселиться с Фанни. Это голос, который я слышал, я уверен. Привет, куда ты спряталась, я знаю. Что ты, девушка, которая спасла меня, пожалуйста, выйди, чтобы я мог поблагодарить тебя. Ариэль. Эта странная девушка снова будет плавать на поверхности, чтобы говорить по порядку. Мой класс будет готов. Давай, нам нужно продолжать репетировать. Извини, но им это не нравится. У меня есть идея, Себастьян. У меня была идея, давай, следуй за мной. Ариэль, мы бы хотели, чтобы ты пошла с нами. Ариэль, у нас есть кое-что, чтобы показать тебе. Это довольно крутая статуя, да, и что шлепает одну за другой туда и обратно. Мы здесь, чтобы помочь тебе, ты знаешь, а нет, вы трое держитесь подальше от меня. Смотрите, кто говорит, почему мы такие, о боже, мы великолепные, крутые. Так что вы думаете? Я думаю, это отличная песня, Себастьян. Это не то, о чем я хочу думать, а я хочу петь о том, как наши два мира могут жить в гармонии, земля и море вместе, поиски сделают меня человеком. Если ты пошлешь меня, если ты не будешь слушать, то я не буду петь, Ариэль. Что мне надо для этого сделать? Не только иметь хорошую любовь, но и человеческое тело, влюбленную в человека. О, я и мой большой рот. Это здорово, так что теперь я знаю, что она будет счастлива. Кто это? Это он, папа. Ты знаешь, насколько опасны люди. Ты даже не знаешь его, о, Тедди. Ты сказал мне, что не доверяешь людям, но они не могут быть такими плохими, как ты говоришь, и я в порядке, я собираюсь доказать это тебе, так что помоги мне, Ариэль. Я не разрешаю, и если это единственный способ. Нет, я больше не буду вмешиваться, я ухожу, ты, очевидно, тоже не хочешь моей помощи, это плохо, принц, хотя он довольно красивый, подожди, все, что мне нужно сделать. Это найти у нас. Есть сделка, вот иди, Ариэль, Захра, пожалуйста, ты можешь помочь. Подожди, ах. А нет, она не может так дышать. Oh no! She can't breathe like that. О. Девушка, пожалуйста, проснись. Эй, полегче, что случилось? Ты не можешь говорить, ой-ой, откуда ты взялся? Это мой кулон, я не могу поверить, что ты нашла его, спасибо. Пожалуйста, пойдем со мной, я хочу помочь тебе. Да. Эй, ну ладно, Тритон сидит, он во дворце. Интересно, это про Ариэль, тот же Тритон узнает, что случилось. Мы в горячей воде, тем более, что мы держали в секрете. На чем работает Ола? Хорошо, как хорошо, что у нее есть только время до завтрашнего заката, верно? Эй, да ладно, чувак, они были так близко, но, я думаю, мы должны вернуться к поискам Урсулы, да, хорошая идея. Нигде нет никаких признаков Урсулы, интересно, куда ведьма могла пропасть, ах. Все давно плакали, я бы все отдал, чтобы отпустить Лю Юань. Я бы заплатил, чтобы остаться здесь рядом с тобой, я бы все сделал, чтобы увидеть тебя, моя, у тебя есть я. Куда бы мы пошли, куда бы мы побежали, если бы мы были просто людьми, он и я могли бы, эй. О, что случилось? Эрик, ты можешь говорить, ты та девушка, которая пела мне, о, Эрик, я хотел. Сказать тебе, конечно, это ты, Джордана, спас меня той ночью. О, Ариэль, прости, я не понял этого раньше, ты тот, кого я люблю. Да, не так уж и плохо, да, ты видишь, что я вижу. Ха-ха-ха, ты опоздал. Ариэль. Держись подальше от нее, дураки. Тритон. Драгоценная маленькая дочка подписала контракт. Давай посмотрим, как ты прекрасна, когда я закончу с тобой этот контракт. Отпусти ее, извините меня, даже великий король. Тритон не может ходить и нарушать обязывающие контракты, почему вы просто не уберете это? Ариэль. Держись подальше от нее, дураки. Тритон. Драгоценная маленькая дочка подписала контракт. Давай посмотрим, как ты прекрасна, когда я закончу с тобой этот контракт. Отпусти ее, извините меня, даже великий король. Тритон не может ходить и нарушать обязывающие контракты, почему вы просто не уберете это? Сейчас, извините меня, у меня были некоторые незавершенные дела. Урсула, ты победишь, просто обещай, что ты отпустишь мою дочь, но у нас была сделка. Если, конечно, ты не предложишь признать себя виновным. Боюсь, у меня нет выбора, ваше. Величество. Кто является могущественным правителем морей, теперь вы, чудовище, отпустите ее, как вы смеете. Жалкий ничтожный человек, эй, хватит. Тебя, это то, что... Ты думаешь, нет, это невозможно, это... Земная любовь, которая принадлежит мне, хорошо, тогда ты можешь получить ее. Пожалуйста, Ариэль, ты можешь выйти сейчас, все в порядке, Ариэль. Ты видишь, Эрик, вот почему я пошел к ней, это не может быть, я бы сказал тебе раньше, я думаю, Эрик, у меня было все это время. И я не учился плавать, хорошо, я думаю, никогда не поздно научиться, правильно. Ты научишь меня, я бы с удовольствием, хорошо. Сора, что происходит? Новый путь открыт. Что ты собираешься делать дальше? Спасать другие миры? Не грусти, Ариэль, мы обязательно снова встретимся. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые супер классные видео. Люблю вас. О. Что мне сказать, я бы все отдал, чтобы остаться здесь рядом с тобой. Смотри, я это делаю, чтобы видеть, как ты улыбаешься, куда бы мы посмотрели, куда бы мы побежали. Если бы мы могли остаться все здесь, и он, и я, могли бы быть частью этого мира. Девушка спасла меня. О, Дональд, Гуфи, о, привет, супер, я думаю. Сора, Дональд, Гуфи. Hi there. Тогда вам, мальчики, нужно практиковаться. Ты, парень, Камбала, черепаха, ты уверен, что ты делаешь? Давай, так что я могу это сделать, какие вы удивительные, да, вау. Ваше Величество, у нас гости, король Тритон. Я, конечно, надеюсь, что не было необходимости использовать ваш трезубец. Нет, все в порядке, не бессердечное озарение, Ваше Величество. Хорошо, они бы увидели в музыкальном колодце, это звучит как великолепная идея. Нам может понадобиться ваша помощь после всего, что вы увидите. Я боюсь, что Ариэль все еще увлечена человеческим миром. Плотный график репетиций может быть именно тем, что ей нужно, чтобы перестать думать о жизни на поверхности. Тим, я просто собираюсь спеть мюзикл, чтобы все могли повеселиться с Фанни. Это голос, который я слышал, я уверен. Привет, куда ты спряталась, я знаю. Что ты, девушка, которая спасла меня, пожалуйста, выйди, чтобы я мог поблагодарить тебя. Ариэль. Эта странная девушка снова будет плавать на поверхности, чтобы говорить по порядку. Мой класс будет готов. Давай, нам нужно продолжать репетировать. Извини, но им это не нравится. У меня есть идея, Себастьян. У меня была идея, давай, следуй за мной. Ариэль, мы бы хотели, чтобы ты пошла с нами. Ариэль, у нас есть кое-что, чтобы показать тебе. Это довольно крутая статуя, да, и что шлепает одну за другой туда и обратно. Мы здесь, чтобы помочь тебе, ты знаешь, а нет, вы трое держитесь подальше от меня. Смотрите, кто говорит, почему мы такие, о боже, мы великолепные, крутые. Так что вы думаете? Я думаю, это отличная песня, Себастьян. Это не то, о чем я хочу думать, а я хочу петь о том, как наши два мира могут жить в гармония, земля и море вместе, поиски сделают меня человеком. Если ты пошлешь меня, если ты не будешь слушать, то я не буду петь, Ариэль. Что мне надо для этого сделать? Не только иметь хорошую любовь, но и человеческое тело, влюбленную в человека. О, я и мой большой рот. Это... Это найти у нас. есть сделка, вот иди, Риэлё, Захра, пожалуйста, ты можешь помочь. Подожди, ах. А нет, она не может так дышать. О. Девушка, пожалуйста, проснись. Эй, полегче, что случилось? Ты не можешь говорить, ой-ой, откуда ты взялся? Это мой кулон, я не могу поверить, что ты нашла его, спасибо. Пожалуйста, пойдем со мной, я хочу помочь тебе. Да. Эй, ну ладно, Тритон сидит, он во дворце. Интересно, это про Ариэль, тот же Тритон узнает, что случилось, мы в горячей воде, тем более, что мы держали в секрете. Над чем работает Олла? Хорошо, как хорошо, что у нее есть только время до завтрашнего заката, верно? Эй, да ладно, чувак, они были так близко, но, я думаю, мы должны вернуться к поискам Урсулы, да, хорошая идея. Нигде нет никаких признаков Урсулы, интересно, куда ведьма могла пропасть, ах. Все давно плакали, я бы все отдал, чтобы отпустить Лююань. Я бы заплатил, чтобы остаться здесь рядом с тобой, я бы все сделал, чтобы увидеть тебя, моя, у тебя есть я. Куда бы мы пошли, куда бы мы побежали, если бы мы были просто людьми, он и я могли бы, эй. О, что случилось? Эрик, ты можешь говорить, ты та девушка, которая пела мне «О, Эрик, я хотел». Сказать тебе, конечно, это ты, Джордана, спас меня той ночью в... О, Ариэль, прости, я не понял этого раньше, ты тот, кого я люблю. Да, не так уж и плохо, да, ты видишь, что я вижу. Ха-ха-ха, ты опоздал. Ариэль. Держись подальше от нее, дураки, Тритон, драгоценная маленькая дочка подписала контракт, давай посмотрим, как ты прекрасна, когда я закончу с тобой этот контракт, отпусти ее, извините меня, даже великий король. Тритон не может ходить и нарушать обязывающие контракты, почему вы просто не уберете это? Сейчас, извините меня, у меня были некоторые незавершенные дела. Урсула, ты победишь, просто обещай, что ты отпустишь мою дочь, но у нас была сделка. Если, конечно, ты не предложишь признать себя виновным. Боюсь, у меня нет выбора, ваше. Величество. Кто является могущественным правителем морей, теперь вы, чудовище, отпустите ее, как вы смеете. Жалкий ничтожный человек, эй, хватит. О. Что мне сказать, я бы все отдал, чтобы остаться здесь рядом с тобой. Смотри, я это делаю, чтобы видеть, как ты улыбаешься, куда бы мы посмотрели, куда бы мы побежали. Если бы мы могли остаться все здесь, и он, и я, могли бы быть частью этого мира. Девушка спасла меня. О, Дональд, Гуфи, о, привет, супер, я думаю. Сора, Дональд, Гуфи. Hi there. Forget how to swim already? Kinda, I guess. Тогда вам, мальчики, нужно практиковаться. Ты, парень, Камбала, черепаха, ты уверен, что ты делаешь? Давай, так что я могу это сделать? Какие вы удивительные, да, вау. Ваше Величество, у нас гости, король Тритон. Я, конечно, надеюсь, что не было необходимости использовать ваш трезубец. Нет, все в порядке, не бессердечное озарение, Ваше Величество. Хорошо, они бы увидели в музыкальном колодце, это звучит как великолепная идея. Нам может понадобиться ваша помощь после всего, что вы увидите. Я боюсь, что Ариэль все еще увлечена человеческим миром. Плотный график репетиций может быть именно тем, что ей нужно, чтобы перестать думать о жизни на поверхности. Тим, я просто собираюсь спеть мюзикл, чтобы все могли повеселиться с Фанни. Это голос, который я слышал, я уверен. Привет, куда ты спряталась, я знаю, что ты девушка, которая спасла меня. Пожалуйста, выйди, чтобы я мог поблагодарить тебя. Ариэль. Эта странная девушка снова будет плавать на поверхности, чтобы говорить по порядку. Мой класс будет готов. Давай, нам нужно продолжать репетировать. Извини, но им это не нравится. У меня есть идея, Себастьян. У меня была идея, давай, следуй за мной. Ариэль, мы бы хотели, чтобы ты пошла с нами. Ариэль, у нас есть кое-что, чтобы показать тебе. Это довольно крутая статуя, да, и что шлепает одну за другой туда и обратно. Мы здесь, чтобы помочь тебе, ты знаешь, а нет, вы трое держитесь подальше от меня. Смотрите, кто говорит, почему мы такие, о боже, мы великолепные, крутые. Так что вы думаете? Я думаю, это отличная песня, Себастьян. Это не то, о чем я хочу думать, а я хочу петь о том, как наши два мира могут жить в гармония, земля и море вместе, поиски сделают меня человеком. Если ты пошлешь меня. Если ты не будешь слушать, то я не буду петь Ариэль. Что мне надо для этого сделать? Не только иметь хорошую любовь, но и человеческое тело, влюбленную в человека. О, я и мой большой рот. Это здорово, так что теперь я знаю, что она будет счастлива. Кто это? Это он, папа. Ты знаешь, насколько опасны люди. Ты даже не знаешь его. О, Тедди, ты сказал мне, что не доверяешь людям, но они не могут быть такими плохими, как ты говоришь, и я в порядке, я собираюсь доказать это тебе, так что помоги мне, Ариэль. Я не разрешаю. Сейчас, извините меня, у меня были некоторые незавершенные дела. Урсула, ты победишь, просто обещай, что ты отпустишь мою дочь, но у нас была сделка. Если, конечно, ты не предложишь признать себя виновным. Боюсь, у меня нет выбора, ваше. Величество. Кто является могущественным правителем морей? Теперь вы, чудовище, отпустите ее, как вы смеете. Жалкий ничтожный человек, эй, хватит. Тебя, это то, что... Ты думаешь, нет, это невозможно, это... Земная любовь, которая принадлежит мне, хорошо, тогда ты можешь получить ее. Пожалуйста, Ариэль, ты можешь выйти сейчас. Все в порядке, Ариэль. Ты видишь, Эрик, вот почему я пошел к ней, это не может быть, я бы сказал. тебе раньше, я думаю, Эрик, у меня было все это время. И я не учился плавать. Хорошо, я думаю, никогда не поздно научиться, правильно? Ты научишь меня, а я бы с удовольствием. Хорошо. Сора, что происходит? Новый путь открыт. Что ты собираешься делать дальше? Спасать другие миры? Не грусти, Ариэль, мы обязательно снова встретимся. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые супер классные видео. Люблю вас. И если это единственный способ. То нет, я больше не буду вмешиваться, я ухожу, ты, очевидно, тоже не хочешь моей помощи, это плохо, принц, хотя он довольно красивый. Подожди, все, что мне нужно сделать. Это найти у нас. Есть сделка, вот иди, Ариэль, Захра, пожалуйста, ты можешь помочь. Подожди, ах. А нет, она не может так дышать. О. Девушка, пожалуйста, проснись. Эй, полегче, что случилось? Ты не можешь говорить, ой-ой, откуда ты взялся? Where'd you come from? Это мой кулон, я не могу поверить, что ты нашла его, спасибо. Пожалуйста, пойдем со мной, я хочу помочь тебе. Да. Эй, ну ладно, Тритон сидит, он во дворце. Интересно, это про Ариэль, тот же Тритон узнает, что случилось. Мы в горячей воде, тем более, что мы держали в секрете. Над чем работает Ола? Хорошо, как хорошо, что у нее есть только время до завтрашнего заката, верно? Эй, да ладно, чувак, они были так близко, но, я думаю, мы должны вернуться к поискам Урсулы, да, хорошая идея. Нигде нет никаких признаков Урсулы, интересно, куда ведьма могла пропасть, ах. Все давно плакали, я бы все отдал, чтобы отпустить Лююань. Я бы заплатил, чтобы остаться здесь рядом с тобой, я бы все сделал, чтобы увидеть тебя, моя, у тебя есть я. Куда бы мы пошли, куда бы мы побежали, если бы мы были просто людьми, он и я могли бы, эй. О, что случилось? Эрик, ты можешь говорить, ты та девушка, которая пела мне, о, Эрик, я хотел. Сказать тебе, конечно, это ты, Джордана, спас меня той ночью в... Запятая, о, Ариэль, прости, я не понял этого раньше. Ты тот, кого я люблю. Да, не так уж и плохо. Да, ты видишь, что я вижу. Ха-ха-ха, ты опоздал. О. Что мне сказать, я бы все отдал, чтобы остаться здесь рядом с тобой. Смотри, я это делаю, чтобы видеть, как ты улыбаешься, куда бы мы посмотрели, куда бы мы побежали. Если бы мы могли остаться все здесь, и он, и я, могли бы быть частью этого мира. Девушка спасла меня. О, Дональд, Гуфи, о, привет, супер, я думаю. Сора, Дональд, Гуфи. О, hi there. Forget how to swim already? Kinda, I guess. Тогда вам, мальчики, нужно практиковаться. Ты, парень, Камбала, черепаха, ты уверен, что ты делаешь? Давай, так что я могу это сделать? Какие вы удивительные, да, вау. Ваше Величество, у нас гости, король Тритон. Я, конечно, надеюсь, что не было необходимости использовать ваш трезубец. Нет, все в порядке, не бессердечное озарение, Ваше Величество. Хорошо, они бы увидели в музыкальном колодце, это звучит как великолепная идея. Нам может понадобиться ваша помощь после всего, что вы увидите. Я боюсь, что Ариэль все еще увлечена человеческим миром. Плотный график репетиций может быть именно тем, что ей нужно, чтобы перестать думать о жизни на поверхности. Тим, я просто собираюсь спеть мюзикл, чтобы все могли повеселиться с Фанни. Это голос, который я слышал, я уверен. Привет, куда ты спряталась, я знаю, что ты девушка, которая спасла меня. Пожалуйста, выйди, чтобы я мог поблагодарить тебя. Ариэль. Эта странная девушка снова будет плавать на поверхности, чтобы говорить по порядку. Мой класс будет готов. Давай, нам нужно продолжать репетировать. Извини, но им это не нравится. У меня есть идея, Себастьян. У меня была идея, давай, следуй за мной. Ариэль, мы бы хотели, чтобы ты пошла с нами. Ариэль, у нас есть кое-что, чтобы показать тебе. Это довольно крутая статуя, Да, и что шлепает одну за другой туда и обратно. Мы здесь, чтобы помочь тебе, ты знаешь, а нет, вы трое держитесь подальше от меня. Смотрите, кто говорит, почему мы такие, о боже, мы великолепные, крутые. Так что вы думаете? Я думаю, это отличная песня, Себастьян. Это не то, о чем я хочу думать, а я хочу петь о том, как наши два мира могут жить в гармонии, земля и море вместе. Поиски сделают меня человеком. Если ты пошлешь меня. Если ты не будешь слушать, то я не буду петь, Ариэль. Что мне надо для этого сделать? Не только иметь хорошую любовь, но и человеческое тело, влюбленную в человека. О, я и мой большой рот. Это здорово, так что...